Веселье и праздник живота ждут саровчан на фестивале «ВкусноФест». Впервые в нашем городе Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова организует масштабный пикник. На территории новой набережной реки Сатис установят фудкорты, на которых владельцы ресторанов, кафе и кофеен представят блюда и продукцию собственного производства. Основная задача этого фестиваля – научить предпринимателей демонстрировать себя, рекламировать себя перед публикой, перед населением в таком необычном формате. На самом деле формат ярмарки-фестиваля, да, он достаточно популярен и известен, где есть возможность продегустировать какие-то продукты и, соответственно, их приобрести. На «ВкусноФест» все желающие смогут попробовать гастрономические сюрпризы от 14 заведений города. Каждый найдет что-то свое – бургеры, роллы, шашлык, пельмени, разнообразная выпечка и напитки. Также гостей фестиваля ждут зажигательные танцы, живая музыка, фокусы, мастер-классы и розыгрыш призов. Это будут и ростовые куклы, это будут и мастер-классы, это для деток. Это будет очень интересно и с ярким баннером «Фотозона». У нас будет впервые жаркое на открытом огне в большом количестве. Познакомиться с кулинарией города и весело провести время на фестивале «ВкусноФест» можно 6 октября с 13 до 18 часов на новой набережной реки Сатис возле плотины для лиц старше 6 лет. Дарья Кодина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».